Добрый вечер, друзья, всем. Сегодня у нас 4 октября и сегодня пятница. Друзья, 3 дня назад Вася уехал уже во вторник отвезти груз. И 2 груза уже отвез за это время. Вчера приезжал. Вот, вчера что у нас был? Четверг. Да, вечером заскочил. И ему в Шарлотте нужно было забрать, короче... Через Шарлотт нужно было ехать на Вирджинию. Так, а мы, друзья, живем в Южной Каролине за грузом, короче. Это я пытаюсь так вспомнить. Для видео, чтобы вам, друзья, хоть как-то было интересно. Здесь у меня особо нету ничего такого интересного. Сегодня я вот везде ничего не снимала. Вчера тоже вышла. Сейчас вот вечером хочу здесь... То есть уже начала немножечко, видите, часть. У нас сейчас очень уже темно на улице, а камера вам немножко светло здесь передает. Ванька здесь лежит, все смотрит на кусты. Побежал туда, сбегал к забору, там какая-то белочка была. И он прям это самое по забору начал там прыгать. Не знаю, хотел догнать, наверное. Я что-то распереживалась, думала, как перепрыгнет. Высоко очень прыгает. Вот что я здесь уже собрала, поотрезала здесь все такое вот плохое самое. Начала с этого конца. Очень жаль, после урагана полегло все, и мне пришлось тут очень много было. Даже никто, мне кажется, и не ухаживал за этими растениями. Просто подрезала коротко, вот так. Вот некоторые, да, здесь вообще он сгнил какой-то, я взяла его, просто вырезала. Здесь очень слишком длинные были тоже. Они так вот, знаете, когда они испорчены, их очень легко оттянуть и просто повыкидывать. Так, вот это тоже лист нужно будет, видите? Вот, как-то я прочитала, что, ну, на вот этом приложении, про которое я вам говорила, там они рекомендуют практически для всех растений. Можно взять чеснок, раздавить его, залить его водой на литр. По-моему, 4 головки чеснока или сколько. Точно не могу вспомнить. Вы можете, друзья, зайти на YouTube и просто посмотреть этот рецепт. И очень-очень помогает для листьев. Если вот такие вот штуки, да... Как бы или их покусал кузнечики или что, вот такие вот плохие, опрыскивайте и все. Мне проще, конечно, я их, наверное, потом буду опрыскивать. Сначала поудаляю здесь все, заберу. Вот здесь у меня ирис растет. И сейчас я тут свет включу, чтобы немножко хоть было светло. Вот так. Ну, в принципе, так. Вот видите, тоже здесь все обрезала. Здесь новый росточек идет. Вот. Нужно будет землю прорыхлить. Вот. И думаю посыпать Epsom salt. Соль такая есть. Если, друзья, ну это вот, которая для ванны, да, просто чисто белая, без добавок всяких. Там сзади написано, я так прочитала, что ее можно для травы использовать, посыпать, и трава очень хорошо растет. Вот, видите, все, побежал туда. Кого-то ловит, я не знаю кого. Я всегда, друзья, потом его обсматриваю, чтобы не было ни клещей, ничего. Когда побегает, расчешу. Ну, в общем, так. Вот это маленький кусочек, вот сколько веток у меня вышло. Нужно дальше здесь пройтись, уже завтра буду. Вот, здесь тоже нужно будет траву убрать. Эти у меня поднялись листики, видите, как... Вверх начали тянуться. Вот тут. Здесь тоже все позасыхало. Вот так. Сейчас вечер уже пришел.
И здесь у меня были еще, они висели. Вот так вот они опадают. Видите? Просто очень интересное растение. И все. Ванюш, туда нельзя. Иди сюда. Ванька. Вот сейчас застрянет там и все. Ванюша. Деловая такая. Ходит себе вообще. Все вот надо проверить. Собака. Наши соседи дома уже. Уже вечер такой. Опрыскала себя со всех сторон. Штуковиной такой специальной. Чтобы не это самое, не кусали меня комары. Вот такое дело. И вроде никто ничего не кусает. Ванюша, давай иди сюда бегом. Давай. Деловая колбаса. Может, кому-то уже и надоели мои цветочки. Говорят, ну когда вы уже их подстрижете. Да. Так, ну вот так вот. Нужно здесь будет сделать все, завтра доделать. Сейчас мешок это все сложу и пойду домой. С Ванюшей. Увидимся, друзья, с вами завтра. Продолжим этот наш процесс. Спасибо, кто нас смотрит. Спасибо вам за хорошие комментарии, которые советуют мне посмотреть, как их подстричь, как что с ними сделать. Я посмотрела. Так что будем работать над этим. Ставьте, друзья, лайки, комментарии. Это помогает продвижению нашего канала. Ванька, пойдем домой? Пошли. Let's go. Yes. Keep walking. Ты меня с собой возьми, Ванюша. Пойдем домой. Да. Добрый. Ты такой собака. Вот тюти-мути-мути. Бузюзя-бузюзя такая. Да. Ты бузюзя. Ванька, ты умеешь 5 давать? Давай садись. Ты сядешь? Ванька, а ну давай лапу. Давай, садись. Садись. Ванюш, давай лапу. Давай. Лапу. Давай. Вот эту. Давай лапу. Знает, что я снимаю. Не хочет слушаться. Давай. Ну дай лапу мне. Ну что это такое? Ой. Всем, друзья, спокойной ночи. Ребята, всем привет. Это уже следующий день. Сейчас у нас уже 5 час вечера. Я, короче, вышла здесь на улицу, на наш задний двор. И хочу продолжить дальше нашу... Кусты надо убирать, короче. Вчера вечером вы, друзья, видели, да, как я уже тут начинала что-то делать. Вот здесь, да, пакетик тут лежит, все такое. Так, ну что, я хочу продолжить убрать вот эти вот кусты, что-то здесь пообрезать. И дальше пойду с травой, что-то здесь буду делать, да. И, ой, тут снова ящерица, вон зеленая. Прыгает здесь везде. Погода, друзья, очень хорошая. Тепло. Сегодня у нас сколько? 80 с чем-то градусов. Уже начинает вечереть. Солнце уже садится. Тут такая мошкара у нас всегда летает. Вот где солнце. Интересно. Так. Ванька вон там у нас. Всегда рядом. Да, Ванька? Ай, Ванюша. Так, ну что, я сейчас буду уже начинать. Хочу пойти взять
проверить почту надо. Привезли почту, еще сегодня не смотрела, не проверяла. Выставить нужно будет вот эту мусорку, потому что завтра вторник. И кто уже смотрит меня давно, то вы уже даже знаете schedule, да? Когда забирает мусор. Вот такие, друзья, у меня перчатки. Окей. У меня здесь еще обдувка. Вот такая вот штуковина. Сейчас я поставила сюда батарейку. И хочу здесь потом после всего уже убрать и обдуть. Так, сходила я, забрала почту. Вот здесь на столе лежит. Ванюша здесь у меня рядышком. Еще здесь солнце у нас, видите? Как здорово. За моей спиной. Так, ну что. Вот они, эти самые. Я уже вам показывала. Вот, в прошлый раз они очень легко вырывались. Надеюсь, что в этот раз они тоже вырвутся. Потому что они мне, друзья, очень не нравятся, как они здесь растут. Вот, видите? Сейчас попробуем вытянуть. Надо будет перчатки одеть. Ага. Вот так-то. Крепкие. Так, у меня есть ножницы. Надо будет часть пообрезать просто. Как мне нравится наш бакьяр. Здесь так классно. И здесь Ванюша. Да, Ванюша? Ну ты пуси-муси. Тенечки тут лежишь, да? Так, ну все, приступаем к работе, ребят. Вот что мы будем каждый день понемножку это убирать. Это не так, конечно, легко убирается. Меня просто съедают комары здесь, друзья. Попрыскала я такой специальной штукой, которую вы видели. Я покупала, да. Она работает нормально, хорошо. Вы уже знаете, моя машина, она, друзья, на которой, ну, я обычно езжу и работаю, она, это самое, еще в ремонте в штате Вашингтон. Те, которые меня смотрят, то вы уже знаете. Вот. Она в ремонте, ремонтируется, и, конечно, сейчас так, знаете, не совсем удобно, хочется съездить в магазин куда-то такой, который все для дома посмотреть. И коврики надо для туалета, и все. На интернете заказывать, конечно, не так. Ну, можно посуду, там чайник, вот как вы видели, там продукты заказать. Но хочется пощупать, посмотреть. Вот. Как это хоть выглядит. Жду я, когда сделают машину. Вот, пока что так. Подумаю, что-то здесь
кораблю. Муж мой в рейсе. Хочется и здесь тоже, знаете, навести порядок везде. Вот, постепенно. Так, красота у нас. Все-таки удобно снимать с помощью моей палки. Очень-очень даже. Тут у нас белки везде бегают по этому вот забору наверху. Шишки падают с этого дерева постоянно. Как она, друзья, на русском называется? Вы знаете, вот эта штука, вот она, которая сдувает вместо веника все. Как-то купили веник, Вася подметал в гараже. Новый, совершенно новый купили. Подметает, подметает, раз и... Или нажал на него, или что, так усердно подметал, что он сломался. Так что надо купить веник теперь. В гараже, для гаража, вот чтобы это самое именно подмести, потому что этой штукой то она, знаете, как, ну, просто в гараже ей не очень хорошо использовать ее. Воздуходулка, наверное, да? Или как называется? А ей не очень хорошо в гараже дуть, потому что все там поднимается, все вот так вот. Поднимается пыль и все такое, поэтому самое-самое хорошо это просто купить нормальный веник, специальный жесткий такой, либо щетку заодно, чтобы оно и мыл этот асфальт, который там, ну, цемент, пол, который проложили в гараже, да. Вот такое вот дело. Так, сегодня у нас спокойно, день был отличный, завтракали, гуляли, ходили, как обычно вы видели. По району здесь, где домики здесь наши стоят. Очень хорошие здесь улицы, чтобы прохаживаться, гулять. Красиво все. Знаете, как будто даже и лето никуда не уходило. Вот так иногда смотришь. Да, как-то так. Потому что очень тепло. 25 к 30 градусам тепла. 28 вот так вот у нас. А иногда, когда вот был ураган, и был очень дождь, сильный такой, да, и небо такое было, вот, ну, неясное, голубое было, очень серое, то очень казалось, что уже такая чувствовалась осень-осень даже. Вечерами уже становится прохладно здесь. Можно еще сидеть, чаек пить, там все такое, но вечерами, друзья, прохладно уже, где-то 70 градусов у нас. Вот так. Надо будет что-то придумать с этими тоже штуками. Мне не нравится, как они висят. Может, простернуть их. Вот. Вот такие у нас дела. Где-то тут собаки лают, я слышу. Так, часть я выдернула. Вот здесь. Вот эти, друзья, не могу, потому что они настолько укоренились в землю, настолько они прочные. Вот. И это самое. Ну, очень-очень большие. Очень тяжело их вытаскивать. Так. Вот то, что здесь у меня получилось. Так, сейчас это нужно будет все пополам сделать, сложить в пакет. И выставить это все на дорогу. Хочу вам, друзья, показать. Видите, я обрезала вот это, да, ножницами полностью. И начал новый листик идти. Новый росточек пошел. Это здорово. Так, перебралась я сейчас сюда. Еще пока светло на улице, нужно здесь тоже поубирать. Так, вот это тоже обрезать, видите, сухой такой. Вот здесь тоже. Вот это, думаю, срезать полностью. Так, сзади тут нормальный. Вот этот нужно посрезать. Так, вот этот. Так, ну все, я начинаю.
Так поубирала здесь вот. Сейчас вот эту вот штуковину нужно полностью тоже обрезать, вот эту палку. Потому что она здесь стоит. Но мне не нравится. Здесь много очень я нашла новых ростков вот таких. И они уже поднимаются из земли, будут новенькие расти. Так что мне жалко. Сейчас пообрезаем здесь все. И все. Так, все, заканчиваю я, потому что на меня прыгнула ящерица. И мне стало не по себе. Прям на ногу. Кошмар просто. Я уже не хочу. Ничего делать, у нас сейчас уже 8 часов. Пошли домой. Идем. Мусор с тобой выкинули? Да. Let's go. Так, нужно наши перчатки сейчас занести назад. И вот эту вот штучку. Всем добрый день, друзья. Продолжаю я здесь. Вот моя палочка здесь стоит. Так. Сейчас я буду здесь продолжать, короче, делать. Нужно убирать тут все. Полить нужно, потому что дождя не было уже очень давно. Все подсохло. Пойду заберу я почту и бачок нужно забрать, поставить на место сюда. Для мусора. Ванька, давай назад. Назад, да. Все сегодня забрали, просто прекрасно. Вчера часть деревяшек здесь от зонта положила, а сегодня они забрали. Нужно будет еще здесь или их пополам как-то разломать, чтобы они поместились в пакет и поставить на мусорку.
почта у нас пустая. Смотрите, какие украшения у наших соседей на деревьях. Скоро будет уже этот Хэллоуин будет. 30-го, по-моему, числа. Ой, так. Нужно заканчивать уже с этими растениями. Ванька радуется, что я вернулась. Ванька, ну хватит уже, что такое? Ага. Да, молодец. Сегодня что я сделала уже, когда вышла? Сняла вот эти вот штуки, я вам показывала, да? Липучки здесь вот были. Такие вот они. Все поснимала. Видно, тут какая-то сетка была или что от прежних жильцов. Не знаю, мне это не надо, чтобы оно здесь висело. Нужно будет этим... Прилипло. Нужно будет таким раствором пройтись и поснимать вот эти вот. Если, конечно, отмоется вот. Видите, там некрасиво. Здесь вот кто-то тоже повесил, осталось. Помыла свой светильничек. Стеклышко открутила там этот лампочку. Все так блестит. Классно. Вот это только что-то оно не отмывается, но это видно ржавчина какая-то. Вот. А так, в принципе, чистый, красивый светильник. Так, здорово. Ну что, продолжим с вами. Здесь вот вытягивать вот эти вот все растения. Видите, сколько у меня их много начинает расти. Вот один вылазит из-под земли прям. Земля сухая такая. Вот еще один, видите. Так что не жалко. Срезала я. Там он тоже очень много. Вот сколько пришлось посрезать. Ну ладно. Так, вот здесь хочу сейчас убрать. Одену я перчатки. Здесь у нас живет ящерица. Я их так иногда, знаете, бывает не замечаю, потому что все зеленое, а они бывают по мне даже прыгают. Просто отвратительно. Вот живет она. Прям здесь. А еще зеленая лягушка прям здесь живет. Ой, это вообще, я выхожу, и постоянно они здесь. Противно так. Да. Окей. Думаю я убрать вот эту вот тоже штуковину здесь. Так-с. Она здесь совершенно не нужна. Такая длинная прям. Держу одну камеру, другую отрезаю. Не так, конечно, удобно. Но труд, труд, друзья. Блогерство это нелегко. Но очень приятно. Угу. Так. Ну что? Вот такие вот у нас тут штуковины. Расскажите, друзья, как вы? У вас есть такие лилии? Что вы с ними делаете? Как вы их подкармливаете там или что вы там робите с ними? Так, я думаю, до конца нужно вот это прям убрать. Ой, здесь еще он совсем маленький. Видно, бебечка. Он
на ящерице, смотрите. Вот совсем маленький прям вообще. Так, иногда я их вообще даже не замечаю, потому что такие зеленые они все. Я знаю, что эти перчатки не для гарден, но it's okay. Других пока что у меня нету. Другие остались в рабочей машине у Васи. Вот. А он сейчас пока что в рейсе, так что любое сойдет. Чтоб только мои ручки не пачкались. А так. Все это здесь поубираем. Эту всю сюда какие-то цветы посажу я другие, мне эта трава здесь совсем не нужна. Легко очень рвется, интересно так. Надо будет сюда земельки подкупить, подсыпать немножко свеженькой, хорошенькой. Всякие жуки тут лазят, противные. А Ваньке так нравится, когда я вот что-то делаю, копаю здесь, и он ложится рядышком тут. Что-то всегда смотрит, сторожит меня. Да? Анис, застеснялся он. Эти друзья еще ничего сегодня не трогала, кусты. Так что так, подрежу их, просто чтобы они не выпирали. Надо будет, чтобы попросить Васю, когда приедет, то чтобы он повытягивал. Очень сложновато их выдирать, потому что корни очень крепкие. Какие-то что-то я повыдирала легко. Остальное очень-очень приросло. Вот такие дела. Все, сейчас сюда я притащу. Сделаю, как уберу здесь вот все. Здесь пообрезаю тоже вот эти, которые выпирают. И... здесь тоже, вот видите, сколько сухости. Ну, очень много. Вот это надо все убрать. Ростки тоже новые какие-то вот идут. Видите. Нет, дать им свободу нужно. Хочу сделать, развести. Прочитала еще раз вчера. Чтобы точно быть, как вот сделать этот чеснок. Две, говорят, зубчика, два зубчика чеснока и на литр воды, ну вот на обычную банку спрей, да, разводите, который опрыскивает. И попрыскать нужно все. Все листики, вот, чтобы убить этот грибок на них.
И чтобы там не садились всякие там насекомые. Такой вот, чтобы не кушал оно. Очень помогает, говорят. Даже чесночную воду можно делать и поливать растения. И они растут очень-очень хорошо. Корни здоровые. А, гарлик ватер называется. Вот. Я вам таким доступным языком говорю, что тут понимание это бывает. Говоришь по-английски, и многие тебя не понимают. Правильный вот английский. А с русским акцентом всем сразу понятно становится. Так классно, друзья, кататься с землей, я не знаю. Раньше мне это не нравилось. Сейчас нравится. Так приятно у себя. Кто тебе не мешает, делаешь, что хочешь тут своим огородом. Так, вот такие тоже. Все нужно пособирать. Цветочки. Так, ну вот так вот это выглядит. Вот сколько травы. Ребяточки, видите, сколько здесь валяется. И отрезала вот из мексиканской петуньи. Пообрезала я. Здесь всю траву собрала. Обработала здесь. Есть, конечно, там глубокие такие корни. Тоже вот это вот нужна лопата, чтобы выкопать. Здесь какое-то видно дерево было или что. Все, сейчас вот хочу листики еще обработать. На ней немножко она узенькая такая стала. Но it's okay. Вот видите, такие вот листья. Нужно их общипать. Так. Где уже на них грибок есть? Не распространялась на другие растения, на другие листья. Так, делаем, пойдем дальше. Ну что, у нас уже здесь темнеет. Прошла все, в общем-то, все вот так вот. Здесь обрезала, убрала лишние листья. Здесь осталось у меня немного травы. Здесь нужно будет использовать лопату, поднять вот эти вот плитки, тоже прокопать, убрать всю траву и заменить вот эти вот, хочу, кирпичики. В Home Depot продаются вот такие вот штуки. Они недорогие, несколько штук их, $17, по-моему. Мне много не надо будет, только вот сюда вот проложить до конца, чтобы красиво было так. Ну и пошла я. Прошла все-таки опять здесь. Думала здесь ничего не делать. Просто здесь, когда косим вот так участок, да, то хочется, чтобы не задевать этот самый. Ну, чтобы убрать, короче, вот эти ветки. Я их немножко посрезала. Совсем вот, ну, немного повытягивала. Посмотрите, какая куча. Опять собралась. Это все нужно будет в пакет положить. Здесь тоже прошлась. Вот это надо будет еще посрезать. Здесь что-то валялось. Потом здесь, помните, были такие длиннющие какие-то штуковины. Тоже завтра уже хочу закончить. После завтрака, как позавтракаю, то продолжу. Хочу здесь вот убрать тоже опять траву. Оставить вот этот вот один ирис, чтобы он здесь был у меня. Траву убрать, все. Ну вот так вот все. У нас уже заканчивается день. Уже потемнело. Птицы поют до сих пор. Сейчас где-то 8 час уже вечера у нас.
Очень рада, что смогла это сделать. Сейчас нужно будет... Нет, не хочу сейчас это ничего складывать. Завтра утром встану, приду сюда после завтрака и буду уже складывать вот это вот все. Замечаю, что камера немного плохо снимает, когда вечер уже не может сфокусироваться нормально. Все, друзья, пока!